нужна теория. Раз видеоролик, два видеоролика. Здесь мы будем только заниматься практикой. Сейчас мы будем ложиться на различные курсы и двигать магниты согласно той инструкции, которую нам прислал Remote Adjuster, одной из компаний, которая занимается частью магнитных компасов. Работаю без микрофона. Никакие электронные девайсы не должны быть ближе 3 метров в процессе этого мероприятия. Поэтому мы сейчас первым делом ложимся на курс 180 градусов и занимаемся джастингом. Подходи сюда. И занимаемся джастингом вот этого магнита. Мы сейчас снимем с вами вот эту панель, на которой имеются номера. Немножко отдадим этот болт. Есть. То есть каждому номеру присвоен свой слот, в который вставлен определенный магнит. Есть инструкция, и мы должны методом условно тыка сместить эти магниты так, чтобы выйти на курс 180 градусов с учетом склонения. Подробную процедуру я еще предварительно покажу в картинках. Процедура от начала до конца. Судно в открытом море, ballast condition. Необходимо определить текущую остаточную девиацию магнитного компаса на разных курсах. Каждые 20 градусов. Мы прокрутились и выписали значение. Здесь представлена таблица, где мы выписывали гирокомпасный курс каждые 20 градусов, курс по магнитному компасу, девиация, которая у нас в финале получилась, с учетом склонения. Склонение у нас было 3 вест. И вот что мы видим. Вот это предварительная наша таблица девиации. Зеленая зона – это от минус 5 до плюс 5 градусов. И наша кривая девиации, как вы видите, попадает в красную зону, то есть она уже не акцептируется. Доходит от минус 17 до 14,5 градусов. То есть эти значения считаются уже слишком высокими, и девиацию нужно уничтожать. То есть в данном случае магнитный компас настроен некорректно. После этого данные и фото расположения магнитов сбрасываются сертифицированному специалисту по джастингу магнитного компаса. Он производит расчеты и говорит дальнейшие инструкции. Из практических соображений все гораздо проще. Необходимо определить склонение в позиции, где мы будем проводить эджастинг. Для этого есть пару ссылок в описании. Сервисы будут точнее, чем данные с ЭГДИС. Сравнивать мы будем с гирокомпасом. Поэтому заранее посчитать его поправку. В нашем случае она равна нулю. И далее запланировать удобный маршрут с учетом текущего перехода. Исследуем в 3 шага по уничтожению девиации. Степ 1. Лечь на курс близкий к нулю или 180 градусов. Вы выбираете то направление, которое вам удобно. В нашем случае это 180 градусов. Теперь немного расчетов. Gyro курс плюс Gyro Error это True курс. Magnetic Error это Variation плюс Deviation. Получается, что Magnetic курс плюс Magnetic Error это True курс. Если Gyro Error равна нулю, то Gyro курс равно True курс. Magnetic курс плюс Variation плюс Deviation это и есть True курс. Либо Gyro курс, если поправка гирокомпаса равна нулю. Magnetic курс плюс Deviation равняется Gyro курс минус Variation. Склонение равно 10 вест. То Magnetic курс плюс Deviation равно 170 минус 10 вест, что составляет 180 градусов. Значит, когда мы выйдем на курс 170 градусов по гирокомпасу, мы должны сместить магниты так, чтобы магнитный компас показывал ровно 180 градусов и Deviation была равна нулю. Смещать мы будем C-корректоры, кормовые магниты. Уничтожаем полукруговую девиацию. После того, как получим курс на картушке магнитного компаса 180 градусов, будем делать степ 2. Flinders bar является secondary means. Трогать его мы не будем. Степ 2. Ложимся на курс 90 или 270. Какой вам удобнее? Выходим на курс 260 по гирокомпасу, как мы выяснили с учетом склонения. Склонение оно составляет 10 вест. И будем смещать B-корректоры слева
и справа симметрично, так, чтобы на картушке магнитного компаса был курс 270. Уничтожаем также полукруговую девиацию. Степ 3. Ложимся на любой из курсов 45, 135, 225 или 315 градусов. В нашем случае выходим на 305 по гиро с учетом склонения и смещаем D-корректоры так, чтобы на картушке магнитного компаса был курс 315, уничтожив уже четвертную девиацию. И четвертый степ, последний. Делаем свинг, выписываем новые значения курса в каждые 20 градусов и уже получаем новую таблицу девиации. И вот что получилось. Здесь в таблице каждые 20 градусов по гирокомпасу все, что показывал нам магнитный компас, девиация и склонение, в нашем случае уже 10 вест. Также у нас здесь представлено. И мы попадаем уже в зеленую зону. Смотрите, от минус 5 до 5 наш зеленый acceptable range. И девиация у нас варьируется максимум в 2 градуса положительное значение и максимум отрицательное значение девиации 1,5 градуса. То есть вполне себе очень хорошо уже настроен магнитный компас. И уже может ее акцептировать тот самый qualified компас adjuster. Только капитан на судне может произвести устранение девиации и, соответственно, подписать свою собственную deviation card. И в любом порту это будет акцептироваться, но только при условии, если дистанционно, либо приедет специально обученный человек, имея соответствующий сертификат, и произведет этот adjusting уже на основании той таблицы, которую сделал капитан, либо ее акцептирует. Вообще, по требованиям нашей компании, таблица девиации составляет 3 года. Но по новым требованиям Панамского канала, срок действия выпущенной таблицы девиации должна не превышать 12 месяцев. Магнит мы смещаем номер 16, примерно на 5-6, а может 8 позиций вниз. И должны выйти ровно на 180 градусов. Склонение здесь сейчас 10 вест. Дальше. Ложимся на курс 270. С мостика докладывают, они выходят на курс 260 с учетом склонения. И мы должны смещать магнит номер 7 с тем, чтобы выйти на самой картошке на 270 градусов. Магнит номер 7. Деть. Прикладываем, смотрим. Вот это номер 7 магнит. Мы его смещаем вниз на 5 позиций. Возможно, если мы не выйдем, то придется сместить какие-то из этих. Главная задача — выйти на 270 градусов. Аналогично и здесь. После этого мы ложимся на курс 315. То есть я выбрал удобные курсы по маршруту. И смещаем вот эти боксы. Бокс номер 1, бокс номер 2. Это четвертая девиация у нас. Мы отдаем эти болты и смещаем поперечно, немного дальше от самого нактоуза. После этого четвертым стейджем мы делаем свинг и записываем все курсы каждые 20 градусов. Курс по гиро, курс по магнитному. Это вам также покажу. И тогда мы это все дело отсылаем нашему девиатору. И девиатор, если все окей, пришлет нам новую таблицу девиации. Коллеги, если это видео наберет 300 лайков, я вышлю все расчеты, которые прислал нам девиатор, дополнительно по нашей просьбе в телеграм-канал. Ссылка будет в описании. Значит, сейчас мы выходим на курс 180 градусов. Поджайра будет 170. После этого мостик докладывает, что они вышли на 170 градусов. И я начинаю джазить вот этот магнит. Магнит номер 16. Вот он, красным кончиком смотрит на меня. Красный кончик — это северное направление, продольный, в кормовой части судна. Человек стоит с рацией в 3 метрах от меня и докладывает на мостик и получает команду непосредственно с мостика, на какой курс они вышли.
Сейчас я всю электронную технику отношу от самого магнитного компаса, и мы начинаем делать adjusting. Сейчас они на 170 выходят. Ты можешь сказать? 170, курс. Курс 170. Курс 170. Скажи, хорошо. Хорошо. Сейчас я магнит спустил буквально на 5 позиций, и у меня было 170, а стало 178. Сейчас я еще спущу на одну позицию. Посмотрим, какой будет. Какой курс по гирокомпасу? 169,5. 169,5. Серёж! Да, Серый! Курс по гирокомпасу. 169,5. Надо пару-тройку человек трубу поднять. Еще раз спасибо. 169,8. Все, окей, скажи. Все, окей, спасибо. Так, сейчас мы с вами сместили с номера 16 на 8 позиций вниз, до номера 8. И здесь у нас показывает сейчас магнитный компас 185. Можно на степ 2 выходить. 260. На 260. Да. Ответим. Да, на 260. Погодка хорошая, северная часть Атлантики, солнышко светит, не качает, ветер двоечка, в общем, все отлично. Здесь мы разобрались, выходим сейчас на 260. И наша задача смещать магниты, соответственно, с левого борта и с правого борта, то есть вот эти. Вот он, магнит номер 7, самый нижний. Его мы будем смещать на несколько позиций вниз. Сделаем одинаково и слева, и справа. И мы должны выйти на курс на картушке с учетом склонения. Джайра будет 260, а магнитный будет здесь на картушке у нас показываться 270 градусов. Знаешь анекдот про лысых и седых моряков? Нет, расскажи. Нет? Такой старый. Спрашивает сыну отца: папа, почему одни моряки лысые, а другие седые? Говорит: ну смотри, сынок, лысые — это те, которые на максимальных скоростях заходят в порт, не боятся никакого шторма, проходят в любых узкостях. Они всегда уверены в своих действиях и никогда не дают заднюю. Понятно, папа. А седые? А седые, говорит сынок, это те, которые с лысыми ходят. Все, почти вышли. У нас уже на магнитном компасе 268. Так, у нас здесь будет, наверное, еще подальше. Да, я тоже так думаю, что это слишком близко.
Я сразу говорю, звук хреновый, потому что я с микрофоном сюда не подойду. Здесь нельзя джастить магнитный компас, когда у нас электронный прибор рядом. 3 метра это минимум должно быть от любого электронного девайса. Это 12. Они выходят на 260, а у нас уже 282. Склонение 10 мест. То есть куда-то 12 градусов нам нужно сдвинуть. Ну что, так мы станем профессиональными частями. Нужно параллельно смещать. Сейчас попробуем. Выставлены они были изначально параллельно. 3 магнита слева и справа, номера были строго соответственно. О, отлично. Сейчас 264. Ждем, ждем. Хорошо. 263. 263. Я сейчас сместил 2 магнита, самых верхних, на 2 позиции вниз каждую. И у меня уже почти 271 стало. 262. 262. Я думаю, что отлично. У нас сейчас показывает, если точно, 270.8. То есть на 0,8 градусов, в принципе, нормально. Оставляем так. Значит, я что сделал? Я магнит номер 7 спустил до магнита позиции номер 2. Магнит номер 7 я спустил вниз до позиции 2. Магнит номер 20, точнее 19, спустил на 2 позиции вниз номер 17. Здесь я сделал все параллельно. И у меня магнитный курс со 183 градуса поменялся на, сори, с 283 я вышел на 270. Погнали дальше. Так, говори, следующий степ. Можем на следующий курс выходить. Хорошо, на 305 идем. 305? По-моему, 315. Да, 305. Вообще, писал девиатор, что когда мы будем с вами выходить на этот стейдж на третий, там я буду убирать четвертую девиацию. В большинстве случаев ничего менять здесь не придется. То есть достаточно будет отчастить вот эти магниты. То есть в принципе должно быть нормально сейчас. Ну посмотрим. Здесь нарисована отвертка. Здесь крепление. Можно подходить поближе снимать. Сейчас пока не отчастим, можно поднести технику поближе. Вот этот болт мы немного отдаем, а вот здесь шкала. Вот обратите внимание, здесь резко. И вот по вот этой резке, давай я покажу. По вот этой резке мы смещаем вот этот бокс от нашего ноктоуза, соответственно, либо дальше, либо ближе. И фиксируем его вот этим болтом. Причем сейчас у нас позиция выставлена на нуле. И здесь позиция, ну, так скажем, на единице, да? Да, здесь ближе, а здесь немного дальше. Ну, посмотрим сейчас. Задача выйти на гирокомпас на 305,
А здесь у нас должно быть 315. Все, отходим. Но сейчас идет процесс уже четвертной девиации. Уничтожение. 305. Принято, 305 курс. У нас 313. 2 градуса. Можно попробовать. Какой-то из них. Просто наугад. На выбор. Давайте вот это. Значит, мы первым делом легли по гирокомпасу на курс 170. Это у нас бикорректор. Мы магнит с позиции номер 16, вот он, слот специально для него, сместили на позицию номер, сейчас я смещу чуть-чуть, на номер 7. Вот этот магнит. Таким образом, мы когда смещали, мы смотрели, что у нас на гирокомпасе был курс 170, склонение здесь 10 вест, и мы выходились здесь ровно на 180 градусов. Для того, чтобы полностью уничтожить девиацию на этом курсе. После этого мы легли с вами на курс по джайро 260 и сделали то же самое, но уже с левой стороны магниты стоят и с правой. Вот они. И сместили магнит, который был в позиции номер 7, сместили на позицию номер 2. Здесь мы с вами магнит, который был под номером 19, либо 20, надо уточнить, сместили на две позиции вниз. Да, с 19 до 17. Симметрично мы с вами проделали это и здесь. На джайро был курс 260. И смещая магниты, мы с вами добились того, чтобы у нас здесь было 270. Итак, мы с вами убрали полукруговую девиацию. После этого мы с вами устраняли четвертную девиацию. Мы легли на 315. По джайро должно быть 305. А по магнитному 315. И начали смещать вот эти коробки. Это декорректоры. Здесь мы сместили с позиции номер 0 до позиции номер 3.
А здесь мы сместили с позиции 1 до номера 2.